дорогие друзья, пришло время начинать наше траурное служение. И мы благодарим всех вас, что вы пришли в этот непростой, нелегкий час для семьи дорогого брата Константина, который отошел в вечность. И вы пришли почтить память брата Константина, а также поддержать в этой большой скорби семью Константина, прежде всего жену Жанну, родителей Игоря Павловича и Светлану и всех родственников. Мы также выражаем искренние соболезнования вам, дорогие друзья, и выражаем надежду, что Господь утешит вас, поддержит и укрепит в эти нелегкие дни, дни скорби. Написано в книге Иова, когда Иова находился в серьезном страдании, подошли к нему его друзья, и написано, что они сидели на земле 7 дней и 7 ночей, молча. Они видели большое страдание, горе этого человека и не осмеливались ничего сказать, потому что слов не находили. Действительно, великое горе и страдание постигло вас, друзья, но мы знаем, что Константину Господу. Это нам тяжело, это нам трудно. Но дай Бог, чтобы прошли достойно этот путь, и придет время, когда мы все встретимся с Константином там и Господом. Мы сейчас будем начинать наше служение, давайте мы помолимся. И зовет имя Господне, и затем будем слушать Слово Божие. Благословенный Господь, Отец Небесный, во имя нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, мы пристаем в этот час пред лицом Твоим святым и благодарим Тебя за великую Твою милость и благодать, которую Ты явил каждому из нас. Благодарим Тебя, наш Господь, что Ты сошел на эту землю и совершил искупление всего человечества. Ты решил проблему смерти, Господи. Мы благодарим Тебя, что Ты победил смерть и ад. И сегодня Ты подаешь нам великую надежду о том, что человек, который верит в Тебя, будет иметь жизнь вечную. Мы благодарим Тебя за брата Константина, которому Ты подарил эти 26 лет пройти этот земной путь, но Ты призвал его к себе, Господи. Хотя это безвременно и много нам непонятно, но мы не хотим Тебе задавать вопросов, почему и как. Мы склоняемся при Твоей воле святой и принимаем, как есть, Господи. Но наша особая печаль и скорбь и переживания с родными и близкими Константина. Благослови его жену Джоанну, благослови родителей и всех близких, друзей, которые так страдают и скорбят об этой утрате. Благослови их и Духом Твоим Святым поддержи, Господь. Только Ты можешь утешить, только Ты можешь помочь. Иногда мы говорим что-то не в попад, иногда что-то не так, но знаем, что Ты можешь сделать больше, Господь. Потому призываем Твое имя, чтобы Ты утешил и поддержал. Благослови сегодня также и весь ход служения, Господь. Проговори к нашим сердцам сегодня через Твое Слово, чтобы мы были особо внимательны к Слову и к своей жизни. Потому что мы не знаем, когда постигнет нас эта участь, и чтобы мы были готовы ко всему. За все прими честь и славу наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Присядьте, братья и сестры. Пожалуйста, там, кто на улице стоит, проходите, здесь еще сзади места есть, занимайте, чтобы эти места, чтобы там не стоять. Друзья, несколько минут хочу прочитать Священное Писание, а также прокомментировать этот текст для каждого из нас, потому что мы живые, и если что-то есть в нашей жизни не так, мы можем исправить свой путь. И эта проповедь сегодня для нас, для живых. Константин свой путь прошел. Господь благословил его этими годами и отозвал к себе. И это проповедь сегодня для нас, которые сегодня еще на пути находятся. Давайте прочтем эту книгу Экклесиаста, 7 глава, с 1 несколько стихов я хочу прочитать. Соломон пишет: «Доброе имя лучше дорогой масти и день смерти, и дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу». Для нас, живых, эти слова непонятны. И где-то даже мы смущаемся в плане вот такого размышления, философского размышления Соломона. Но Бог ему дал такую мудрость, чтобы он записал для нас эти слова. Нам проще и лучше быть в доме веселья. То ли это какой-то юбилей, либо свадьба, бракосочетание, мы радуемся.
мы поздравляем друг друга. Но Соломон говорит об обратном. Он говорит, что лучше находиться в доме плача. Почему? Потому что в этом есть особый смысл. Что каждый человек приложит к своему сердцу то, что он видит. И некоторые такие моменты, которые вот исходят из этого текста, хотелось бы сказать, братья и сестры. Скажу так, что в среду, в прошлую среду, эта трагедия случилась. И когда на пасторский чат пришло известие, что отошел в вечность Константин, сын нашего пастора Игоря Павловича, то какая-то особая боль пронзила сердце. И она не проходит до сих пор. На нашу церковь, вот знаете, как будто бы вот облако печали и грусти. Мы вошли в это облако. И поможет нам только Господь выйти из этой ситуации. По-человечески очень трудно это все переносить, но Бог всем нам помощь, и тем более нашим дорогим, родным и близким Константинам. Знаете, в 79 году случилась трагедия, у моих родителей было 3 сына. И когда мне было 14 лет, мой старший брат, ему было 20, он разбился на мотоцикле. Это были очень такие болезненные дни, очень большое горе, особенно для моей мамы. Она сильно страдала, страдали мы как братья меньшие, и тяжело было перенести эту утрату. И где-то понимаешь, ощущаешь вот боль и трагедию Игоря Павловича, Светланы, Джоанны. Но до конца понять это очень трудно. Очень трудно, непонятно, почему в это время, почему так. Друзья, но Соломон пишет, что человек живой приложит к сердцу то, что сегодня происходит, то, что мы с вами видим. Первое, на что обращаю внимание, друзья, это то, что смерть, она реальна. Она реально существует. Иногда мы о ней не думаем. Мы отодвигаем эти дни, мы не хотим, это нелегко думать о смерти, тем более, если мы говорим о собственной смерти. Иногда наши родственники, беспокоясь о нас, наперед покупают сертификат и говорят, мы на этом кладбище и на другом купили тебе уже место. И дарят сертификат на день рождения. Говорят, мы уже позаботились. И какая-то такая грусть и печаль у этого человека. Как? У меня день рождения, ты мне даришь сертификат и говоришь, где будет положено мое тело? Ты что, смеешься надо мной? То есть о смерти мы не говорим и не хотим говорить. Мы больше планируем и хотим жить. И действительно это так. Но Библия говорит, что умирают как люди в возрасте и молодые люди. Умирают бедные и богатые. И это приходит в жизнь порой неожиданно, как это случилось с Константином и его семьей. Дэвид Рокфеллер поменял 7 сердец для того, чтобы продлить дни своей жизни. 101 год он прожил на земле, и тем не менее он умер. Человек борется за жизнь, он не хочет умирать, он не хочет уходить с этой земли. Но смерть все равно приходит в жизнь человека. Так определено Богом. Положено человеком однажды умереть, а потом суд написан. И поэтому каждый из нас, братья и сестры, должен готовиться к тому моменту, когда мы можем перейти в вечность. Оно придет когда-то для каждого из нас. Если Господь замедлит и не будет восхищения церкви, то смерть наступит для каждого из нас, и мы должны быть готовы. Она может прийти внезапно, когда мы и не планировали ее встретить, но она может прийти. И написано в 8 главе, человек не властен над духом, чтобы удержать дух. И нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе. А действительно идет борьба за жизнь. Писание говорит, что возмездие за грех смерть. И это участь каждого человека. Это наказание, это проклятие человека за то, что когда-то наши прародители согрешили в Эдемском саду. И Бог вынес вот это решение свое, возмездие за грех смерть. И мы ничего не можем сделать в этой ситуации. Абсолютно. Все мы умрем. Это смерть первая. Но вот есть смерть вторая. Духовная смерть.
когда человек навечно будет отлучен от Божьей благодати, от самого Бога. И вот в этом есть утешение. Мы не можем справиться с первой смертью, с ней только справился Господь Иисус, который не согрешил, и которая не имела власти, смерть не имела власти над ним, и потому он воскрес из мертвых. И нам дает эту надежду. Так вот, вторая смерть, это тогда, когда человек воскреснет из мертвых, и будет суд у Белого престола. И когда человек не веровал в Иисуса Христа как Спасителя своей души, он навсегда будет отвержен от лица Божия. И вот здесь человек, живя на земле, может избрать Господа и быть как бы спасенным от того, что он будет иметь вторую смерть. Друзья мои, сегодня каждому человеку Бог предлагает выбор, каким путем ты пойдешь. Будешь ли ты в вечности с Иисусом Христом и находиться в вечном блаженстве, или ты навсегда будешь отлучен от Господа? Мы благодарим Господа за то, что Константин в свое время встретил Иисуса Христа как личного Спасителя. И он сегодня находится в блаженном состоянии. Он сегодня у Господа. Он встретился со своим Спасителем, которого он любил, которому служил, о котором проповедовал. Как с нами? Что нас ожидает, братья и сестры? Давайте каждый задумается о своем положении пред Господом. Здесь же в книге Екклесиаст мы с вами читаем, что в одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него, против Бога. Братья и сестры, Господь Всемогущий, Он определяет дни жизни каждого из нас. И давайте мы задумаемся о днях нашей жизни. Какова она сегодня? Насколько мы сегодня посвящены Господу, насколько мы Его любим, насколько мы им дорожим, насколько мы чаем встречи с Ним. Нет ли у нас идолов в нашей жизни, которые мешают нам следовать за Господом? Потому что, когда мы предстанем пред Ним, нам придется ответить за все дела, которые мы сделали. Пусть Господь нас в этом благословит, чтобы мы действительно могли уповать на Господа и проходить этот земной путь с упованием на Господа Бога. Еще раз, дорогие близкие родственники Константина, желаю вам утешение от Господа. Помните, что мы имеем великую надежду от Господа. И мы никогда не говорим ушедшим в вечность «прощай», мы говорим «до свидания», мы знаем, что придет время. Апостол Павел пишет в послании фессалоникийцам, что будет время, когда это утешение настанет. Когда мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы живые, восхищены будем встретение Господа на небесах, и так всегда с Господом будем. Но это час скорби и переживаний нужно как-то перенести. Пусть Господь поможет вам пройти этот путь и довериться Господу в этот час. Пусть Господь вас благословит. А нам, братья и сестры, да задуматься над своей жизнью и сделать правильные выводы из того, что мы сегодня видим и что мы ощущаем. Пусть Господь нас в этом благословит. Ему слава за все. Аминь. Thank you.
Дорогие друзья, я дядя Кости Дронова. Меня зовут тоже Костя. Здесь присутствует еще мой брат двоюродный, которого тоже зовут Костя. Может быть, вы спросите, почему так много Кости в вашей семье? У нас был дедушка. Мой дедушка, это прадедушка Кости, которого тоже звали Костя. Он для всех нас был большим авторитетом в духовной жизни и вообще. И мы все старались быть похожими на него. И многие из его детей и сейчас внуков стараются назвать своих детей в его честь. И знаете, если бы сегодня дедушка Костя был жив, я думаю, чтобы он гордился, какой у него сейчас правнук Константин Дронов, каким он стал человеком, каким он стал христианином. Я хочу выразить соболезнования, Джоанночка, тебе, твоей семье, Светлана, Игорь, всей вашей семье, в связи с такой безвременной утратой дорогого и близкого человека. Я Костю знал с детства, он был еще когда маленький мальчик. Мы жили тогда на Украине, иногда мы с семьями встречались, он играл с моими сыновьями. И я видел, как он рос, учился в школе, занимался спортом или музыкой. Потом вот семья Дронов переехала в Америку, позже мы. И мы вместе молились за Костю в его подростковые годы, годы его становления, поиски смысла жизни, Бога. Переживали за него. Но знаете, потом мое сердце радовалось, когда я видел, как Костя, как Бог поменял Костю, каким он стал. Каждый год я видел большой прогресс его духовной жизни, его зрелости духовной, которую я часто даже не видел во взрослых людях, которые уже много-много лет прожили со Христом. Но вот когда я в воскресенье посмотрел по интернету служение воскресное, вечернее, посвященное жизни Кости, да, Memorial Service, я понял, что я даже и половину не знал того, что было в жизни Кости, особенно последние годы. Знаете, когда вот на том пригласительном билете, где вот на том Memorial Service, там был текст Писания, Филиппийцам 1 глава, 21 стих. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. И знаете, когда автор этих строк, апостол Павел, писал эти строки, он хорошо знал о том, что он пережил, что он писал, как Христос его встретил на пути, как его поменял. И какую потом, когда апостол Павел размышлял о своем обращении, то он свидетельствовал, что для него обращение было, это как переход от смерти в жизнь, от царства сатаны в царство Бога. И когда вот я слушал и Memorial Service, то я было четко видно ту жизнь, которую дал Господь Константину. Знаете, она как бы как ключом била для всех нас. Он спешил жить, он спешил все успеть, везде побывать. Он как бы его. В моей жизни и служении я также много занимаюсь благовестием, и как бы хотелось мне видеть, что намного больше христиан благовествует в своей жизни.
И сегодня я бы хотел, чтобы мы взяли каждый для себя, для своей жизни, вот из жизни и такой безвременного ухода из этой жизни, из-за того, из свидетельства жизни, какое имеет Костя, чтобы все мы взяли для себя, задали себе вопросом: а какое мое свидетельство? Познал ли я ту жизнь, которую дает Господь? Если я говорю, что я познал, почему же я тогда так мало ее проявляю? Почему я не хочу ее передать другим? Почему она самого меня так мало радует? Если я получил эту жизнь, я хочу ее передать другим. Я хочу быть на передовой этой духовной войны. Жизнь Кости показала, что Христос – победитель, сатана посрамлен, потому что он сильно хотел погубить его, как и многих, как и всех нас. Но Господь посрамил его, сатану, и жизнь восторжествовала. Сейчас эта жизнь, и хотя мы сейчас на похоронах, да, на травном служении, на самом деле для меня свидетельство Костиной жизни – это свидетельство жизни Христовой. Это победа во Христе. И хочу сейчас оставить нам, как утешение и ободрение, один отрывок Священного Писания, который записан в книге Откровения, 21 главе. Мы должны с вами смотреть в будущее, должны быть оптимистами. Слово Божие говорит, что мы не должны страдать, как люди прочие, не имеющие надежды. У нас всегда есть надежда. И вот то, на что мы смотрим вперед, да, 21 глава. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: вот творю все новое. И говорит мне: напиши, ибо слова эти истинны и верны». Дорогие друзья, я знаю, что эту утрату ничем нельзя заменить, и боль, она будет долго, может быть, до конца жизни у нас это ничто и никто не займет место Кости. Но Господь может послать свое утешение, свое исцеление. Написано во 2 Коринфянам 1 главе, Павел говорит, что Бог всякого утешения. Нету никакой скорби, которую бы не мог утешить Господь. И будем с надеждой смотреть в будущее, на то время, когда мы все вместе будем там у Господа, где не будет ни слез страданий, ни скорби. И, конечно же, мы увидим Константина. Thank you.
Мир вам, дорогие друзья, шалом вам. Все мы пришли с одним сердцем, с одной мыслью, с одним переживанием, соболезнованием. И кому самый близкий человек, это маме, папе, это братьям, сестрам, жене. Я думаю, что стало небо богаче, потому что восхищаются мужи добрые. И там у него тоже есть работа. Может быть, Господь формирует совершенно другое, и он ожидает. И он ушел не для того, чтобы вернуться. Он пошел в небо для того, чтобы встретиться. Он нас тоже будет встречать. Не так уж долго мы будем оставаться на земле, это точно. Времена такие. Будем стараться войти в царство. Премудрый Соломон сказал, как птица, покинувшая гнездо свое, так человек оставляет место свое. Он действительно, как птица, появился в этот мир и не стало его. Я помню, он пришел в миссионерский совет, молодой юноша, но его глаза искрились, далеко смотрели, он так хотел поехать. И была маленькая борьба в нашем миссионерском отделе. Я говорю, братья, он же хочет, это молодой человек, у него такой заряд, такой позитив, почему ему нельзя? И я услышал это его окрылило до конца, сколько он жил. Друзья мои, мы временно на земле. Будем стараться ходить свято пред Богом. Тот же Соломон сказал, веселое сердце благотворно, как врачевство. Берегите друг друга. Мы так жадны, так не способны сделать доброе. А надо это делать, иначе мы там ничего не получим. Люди, проповедники, те или молитвенники, которые без ног, без рук, они больше сделают, они получат награду. А я могу не получить этого. И это тоже будет прискорбно на небе. Друзья мои, Бог хочет, чтобы мы работали. И без этого невозможно. Итак, друзья мои, коротко. Соломон опять же сказал, или вернее, это сказал Иов. Человек оставит место свое. Не возвратится более место свое. И место его не будет знать его. Вы будете заходить в комнаты. Нету кости. Это будет плач, это будет скорбь. Будете смотреть на его одежды. Это тоже. Будете смотреть, проходить мимо, где он строил. Он был хорошим инженером. Молодой инженер. Когда он начинал учиться, я как-то ему говорю, Костя, я сам инженер, сам строитель. Это самая лучшая работа. Господь Бог там строит особое царство. Он строит. Друзья дорогие, Бог хочет, чтобы мы строили доброе. Итак, не возвратиться более свой дом, и место его не будет знать. Но не печальтесь, он ожидает вас, он ожидает всех нас, Богу, который любит нас и дал нам царство, слава, аминь. Мир вам, дорогие друзья! Сердечно всех хочу поблагодарить за то, что вы нашли время, некоторые оставили работы, взяли день офф, чтобы прийти и поучаствовать вот в скорби семьи Дроновых, Игорь Павловича, Светы, Джоанна, вам особое, конечно, соболезное родителям и всем близким, родным, дорогие друзья, но такова жизнь на земле, такова жизнь, и нам порой кажется, что вообще жизнь должна приносить только счастье и никакого облака печали, но мы иногда сами себя обманываем и не хотим поверить, что мы живем в мире, в котором стонет, плачет, страдает, где смерть и болезни. Это реальный мир, в котором мы живем. И нам с этим трудно согласиться, вы знаете. Когда все хорошо, нам кажется, ну, это так и должно быть в жизни. Но что Христос говорит своим ученикам? Евангелие от Иоанна,
16 глава, 33 стих, он сказал так. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Христос, Он открывает, можно сказать, настоящую картину жизни в этом мире. Он говорит, в мире что будете иметь? Скорбь. Но Он говорит, но вы мужайтесь, я победил мир. Друзья дорогие, я сегодня хотел поднять вопрос, который и меня тревожил, и мучил по жизни, как сказать, не раз сталкивался с этими обстоятельствами, которые вот здесь сказано, что будете иметь скорбь. Какой смысл жизни? На что надеяться? Что ждет нас впереди? Вы знаете, когда-то в Прибалтике я жил, и там такая вышла газета, называлась она местная, «Коммунисты», по-латышски, по-русски, и заголовок был крупным шрифтом, таким напечатан, что «Мы уверенно смотрим в будущее». Это было как раз перед 90-м годом, когда Союз рухнул. Вы знаете, когда я прочитал эту газету, еще Союз не рухнул, конечно, но я так протер глаза, думаю, что я вообще что-то читаю не то, что сейчас в действительности происходит, понимаете, уже тогда пошли движения в Латвии за каждый за самостоятельность, свободу своей страны боролся. Дорогие друзья, уверенность в будущее может смотреть тот человек, который имеет правильное отношение с Богом. Для этого человека будущность, она действительно дает уверенность. Или уверенность дает будущность, потому что он основывается на обещаниях Божьих, на его слове, на его откровении. И он видит картину, которую практически еще нет, а Писание говорит, видеть невидимое, то есть верою. И тогда получается совсем другое то, что мир нам обещает. Легкую, счастливую жизнь. Может быть, кто-то и проживет легкую и беззаботную жизнь. Но, как уже сказал брат Константин, апостол Павел говорил, цель его жизни была Христос. И окончательная, можно сказать, цель этой жизни со Христом быть, вечность. Если этого нету, то все наши планы, они как мыльный пузырь могут разбиться моментально, и никакого смысла тогда не будет даже в нашей этой жизни. Конечно, я понимаю, что это трудно нам воспринять все, но все-таки я верю, что и Игорь Павлович, и Света, я вот смотрю на них, и дома были мы у них, что они люди веры. И то, что происходит, я понимаю, что вы пропускаете через свой разум и сердце, но в то же время с упованием на Бога. Ведь это так, правда? Если бы не было упования на Бога, я не знаю, я встречал в жизни, я вам признаюсь, даже верующих людей после смерти дочь в одной маме погибла в катастрофе, мама потеряла рассудок и больше не вернулась. Потому что человек, по-видимому, не мог перебороть эту скорбь, боль, не мог возложить надежду на Бога. Дорогие друзья, я могу вам сочувствовать в какой-то мере, потому что сам потерял сына. Потерял, когда он еще был маленький. Но вырастить сына и в таком возрасте, я понимаю, что это гораздо труднее. Я не находил места. У меня все падало с рук. Я не знал, что с собой делать, потому что это было неожиданно. И трудно было все это понять.
И тогда вот эти слова, которые я сегодня прочитал, они меня поставили на место. В мое сердце водворился мир Божий. Я понял, что сам Бог коснулся моего разума, внутренности и дал мне мир. И Христос говорит, что в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Я понял, что даже и то, что я тогда переносил, это временно. Я встречусь со своим сыном, вы встретитесь со своим сыном. Я дал такое имя сыну, которое я радовался. Давид, царь Давид. И вдруг Бог забирает. Бог забирает. Дорогие друзья, Библия. Я благодарю Бога за Его Слово, за то, что в Слове Своем Он показывает нам будущее. Он открывает это для того, чтобы мы, живя здесь на земле, могли держать правильный ориентир. И что бы ни случилось, сказать: Господь жив, Господь дал, Господь взял, да будет имя Его благословенно. И когда я читаю историю, вот история за Иосифа и его отец Иаков, он такие слова там, помните, как он сказал, когда случилась беда? Иосиф пропал, приходят братья и говорят: не твоего ли сына эта одежда в крови приносит? Он столько плакал, и дочеря плачут, и хотят утешить, а он не хочет утешиться. Сына нету, беда. После сего посещает голод эту страну, Ханаан, где Бог сказал ему: возвратись в землю ханаанскую. Голод. Голодают семьи. Он посылает 10 братьев, Вениамина оставляет дома, потому что это любимая его жены была, Рахили, это был брат Иосифа. Оставляет дома, уже не пускает с братьями. 10 человек отправляет: пойдите, в Египте есть хлеб, он слышал, приобретите там хлеб. Возвращаются сколько? 9 только, да? Еще одного нету. А голод продолжается. И братья говорят: так мы же этому господину этой земли рассказывали, что у нас есть меньший брат, и он сказал не возвращаться без него, если его не приведете, то не приходите, потому что так будет узнано, что вы действительно соглядатели. Иосиф, я часто, вы знаете, эту историю прочитываю снова и снова, ее без слез просто невозможно читать. Я говорю: Господи, я бы, наверное, не выдержал, когда братья мои пришли бы, да, и знаю, что там голод, я бы сказал сразу: ну вот, открылся вы, я ваш брат, я вам помогу, я сделаю все, что можно, чтобы спасти ваши семьи. Он так не поступает. Он хочет, чтобы братья осознали то, что они сделали, и были другими. Понимаете, у него зла не было. Но как мудрый человек, он знал, как поступить. Он взял на 3 дня в тюрьму, да, всех 10. Они сидят и начинают: вот это мы за кровь брата нашего. Понимаете, начинает что-то работать в сознании, совести. Даже при Иосифе, когда он сказал их связать и забрать в тюрьму, начинают перед Иосифом говорить: это мы за кровь брата нашего. А Иосиф ведь все понимал. Он говорит: я боюсь Бога, несите хлеб вашим семьям, а один пусть остается, Симеон. Приходят Иакову, рассказывают: он с нами очень строго говорил и сказал привести младшего. И вот здесь у Иакова вырываются такие слова. И он говорит: и все это на меня. Вы знаете, как мы можем по-человечески иногда, да, сказать: Господи, и все это на меня. Иосифа нет, Симеона нет, голод в стране. А вы хотите еще забрать Вениамина? Это все на меня? Это же невозможно вынести по-человечески. Но Иаков
Он не понимал закулисной работы, что над этим всем стоял Бог. И все, что Бог делал, он делал ко благу. Оказывается, Иосиф жил, занимает очень высокое положение. И он только поверил тогда, когда пришли колесницы, чтобы перевезти Иакова. И он должен был сказать: «И все это для меня?» Колесницы, посланы с великой страны Египта, чтобы перевезти. Братья и сестры, я знаю, что верующий человек, который возлагает надежду на Бога и видит будущность только ту, которую Бог обещает, он в конце своего пути, и тем более в небесах, мы скажем: «Господи, неужели это все для нас? Неужели это так все? Ваш сын жив». Потому что Библия говорит: у Бога мертвых нет. Он поменял место жительства. Но для вас теперь небо еще родней. Там ваш уже папа, его дедушка, и пополняется небо. Дорогие друзья, когда мы придем и увидим то, что Бог приготовил для нас, я не знаю. Просто мы люди настолько слабы даже в своем воображении, но верою мы это видим. И поэтому пусть Бог укрепит вас в надежде, в уповании на Него. Это время пройдет, и мы все должны будем предстать пред Господом. Пусть Бог благословит всех вас и утешит. Дорогие друзья, кто не примирен с Богом, вы знаете, какая печальная участь ждет человека, который не примирился с Богом. Мне осталось в памяти мой тесть, когда умирал. И он уже видел, он говорит: Бог показал мне уже частично красоту этого царства. Но он попросил: дайте мне стакан воды, говорит, и я покажу вам что-то. Он взял воду, говорит: я бы вот так вот слезы лил, как со стакана. Если бы люди знали, что ожидает их, не примирившихся с Богом. И это правда. Это истина. Пусть Бог утешит вас. Дорогие друзья, я хочу сейчас объявить дальнейшее наше действие. Потом я помолюсь, и мы перейдем туда для того, чтобы предать тело земле. А сейчас, когда я помолюсь, подойдут 6 братьев, которых уже назначены сюда, и гроб вывезут к месту погребения. За гробом пройдут родственники. Все оставайтесь на местах, я прошу вас. Родственники пройдут. И там уже, когда установят гроб, потом вы сможете выйти и присутствовать там вокруг. А музыкантов я бы попросил, если вы сможете сыграть псалом «Ближе Господь к тебе». Вы сможете там сыграть или выйти там на площадке, поставить свои фитры? Сможете, да? Хорошо, дорогие друзья. И Игорь Павлович, пожалуйста, скажи еще какое-то объявление, которое после молитвы. Тогда встанем, помолимся. Господь наш, перед Тобою мы стоим. Ты Творец всего видимое и невидимое. Ты тот, который дал нам дыхание и жизнь. Ты Бог наш, Бог нашего спасения. Сколько много милости и благодати Ты явил каждому из нас. Господи, но сегодня такой день печальный для семьи, но я благодарю Тебя, что и в их сердцах в этот момент Ты даешь утешение, надежду, Господи, потому что надежда наша на Тебя. Бог, которого дыхание и жизнь каждого из нас находится в Твоей руке. Благослови Игорь Павловича, Светлану, Тюану, ее родителей, всех родных, близких, Господи, благослови и яви милость Твою. Да будет во всем, Господи, возвеличено и прославлено Твое имя, потому что Ты достоин славы.
Аминь. Игорь Павлович, пожалуйста. Пожалуйста, присядьте сейчас все. Благодарим, очень благодарим за каждого, кто сюда пришел, даже который не пришел, присоединяется к нам. Я вижу, что очень много людей, которые не могут даже войти сюда. Я прошу по желанию супруги нашей дорогой Джоанночки и по нашему желанию вам, я прошу, чтобы вы остались на местах, хорошо? В это время я хочу, чтобы две вещи происходило. Во-первых, я хочу, чтобы Сергей мог поделиться свидетельством. И, может быть, вы сначала сыграете. Играйте как можно больше. Я прошу вас. Я сейчас прочитаю текст с Божьей помощью. Чтобы вы почувствовали то, что пережил Иов. Я нахожу для меня хорошее слово. И когда вы будете оставаться здесь, продолжайте молиться о нас. А Иов вот так написал в 30 главе. Вы знаете, наверное, большинство из вас, чем я занимаюсь. Я капеллан. Тот, который должен утешать. Не плакала ли я о ком, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедах? Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. И дальше написан последний стих. «И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным». Нам очень тяжело играть, петь. Я знаю Джоанну. Мы сколько могли играть, я знаю, что теперь это ваше время. Пожалуйста, играйте. Во славу Божию, для того, чтобы исцеление Господь произвел. После вашего песнопения или игры, пожалуйста, Сергей, ты выйдешь и скажешь слово. А мы в это время спокойно, тихонечко встанем и будем уходить. Хорошо? Сереж, ты нам поделился уже, сказал, скажи это слово. Пусть оно звучит. Ребят, я еще буду делать объявление позже. Те, которые хотели бы поучаствовать и сказать слова, нашу поддержку, свидетельство жизни, которая была дана этой земле 26 лет, и свидетельство силы Божией. Придите на Солана, хорошо? После 4:30 там уже должно все быть готово, но мы больше об этом объявим. А пока такой порядок. Значит, вы сейчас будете играть, мы выйдем с теми, которые знают. После того, как мы выйдем, будем очень медленно. Сережа еще скажет свидетельство, хорошо? Мы там соберемся, какое-то время поведем сами. После свидетельства, пожалуйста, вы выйдете, может, даже этой стороной. Вы можете окружить нас там какое-то время. Когда прозвучит молитва, аминь, может быть, отче наш, я не знаю, как вы закончите, братья. Тогда я прошу, чтобы нас оставили тоже там в покое. Договорились? Я знаю, что многие из вас хотели бы сказать, и мы все пережили то, что вы нам говорили. Друзья, что если то, что вы хотели бы сказать, вы сможете на бумажках написать? Или вот там есть небольшой такой альбомчик. Напишите там. Я знаю, что все вы туда не сможете прийти. Но попросите вот такие листочки бумаги и просто напишите, кто вы и что вы хотели бы, чтобы мы услышали от Господа через вас. Договорились? Хорошо? А мы уже вот так с семьей постараемся остаться не одни, с Господом и с вами, ну, в большом окружении. Договорились? Все понятно. Пожалуйста, не обижайтесь. Это будет нам большую помощь и поддержку. Спасибо. Thank you.
дорогие наши, просто хотел поделиться тем, что мы уже многим делились друг с другом, поддерживали. Благодарны за ваше присутствие здесь, за то, что мы пришли все вместе не утешить, а разделить скорбь. Утешает Господь. Вы знаете, у нас много вопросов было и будет у всех у нас. У меня эти вопросы были. Но когда читаешь Библию, понимаешь, что эти вопросы задавали Господу многие люди. Один из этих вопросов был, почему такое происходит? Когда ученики спросили Христа, почему произошло с этим человеком, Христос сказал, для того, чтобы через этого человека произошла, явилась слава Господня. Через Костика явилась слава Господня. Господь использовал его, и все мы его видели и знали, и Господь действительно явил славу свою через жизнь Костика. Когда другие люди спрашивали, для чего ты это делаешь, Господи, почему ты берешь без спроса то, что не твое, хотя все его в руках его. Ученики ответили этим людям, он нужен Господу, он надобен Господу. Вы знаете, Господь делает великие дела. Господь наш велик. И Господь сделал большое дело в жизни Костика. Я бы хотел, чтобы то, что сделал Костик в вашей жизни, сделали вы для другого. Для кого-то он был хорошим другом. Станьте хорошим другом, как Костик был для вас. Для кого-то Костик был душепопечителем. Кому-то он открывал свое сердце и слушал открытое сердце. Станьте тем человеком, который будет открывать свое сердце для другого. Для кого-то он был вдохновением в служении. Станьте вдохновением в служении другому человеку. Для кого-то он был прекрасным сыном. Он был прекрасным сыном для своих родителей. Станьте прекрасным сыном или дочерью для своих родителей. Пусть то, что делал Костя в своей жизни, вдохновит вас. Особенно в служении Господу. Пусть его жизнь будет вдохновлением для нас, для тех, кто остался. Пусть Господь даст нам всем силы и сам утешит нас. Аминь.
Дорогие друзья, я прочитаю место из Священного Писания, то, что должно сейчас совершиться. И когда я прочитаю, я прошу вас еще раз, музыканты, чтобы вы еще сыграли, и во время того времени, когда они будут играть, будет опускаться гроб. Игорь Павлович потом совершит заключение, молитву. Я читаю Екклезиаста, 12 глава, 7 стих. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Дорогие друзья, человек, и дух, и душа – это вечно. Сегодня дух. Когда погружается, я все-таки хотел по желанию нашей семьи прочитать текст. 21 глава Откровения. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с глаз их, и слез смерти уже не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: вот сие, творю все новое».
что мы могли сделать, все сделали. Я верю, что Господь делал все, что мы не могли сделать. Он будет продолжать делать то, что Костя не мог сделать в жизни подростков, друзей и в нашей семье. Сейчас мы помолимся молитвой «Отче наш». Я прошу, если вы чувствуете, можете поддержать нас в этой молитве, скажите ее вместе с нами. И пусть эти слова прозвучат здесь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Спасибо большое, что пришли сюда. Друзья, не сомневайтесь, придите на Соланы. Особенно те, которые Господь побуждает поделиться, сказать. На Солана, вы знаете, где адрес, да? Пожалуйста. Если у вас вопросы, подойдите к одному из нас. Или к пасторам, вам подскажут. Это 4:30. Знаете, предлагают что-то общим пением. Может, вы что-то сыграете, а мы споем общим пением. Давайте. Хорошее. Друзья, нам, когда будете, может, один или два куплета, ну, мы останемся здесь. Не смущайтесь, если мы будем вместе здесь стоять. Хорошо? Играйся. Thank you.
Последний. Спасибо вам огромное, что вы поддержали вас семью в такой трудный, легкий день. Семья остается здесь.